Цивилизация – уязвимая штука, прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрик. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями — те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Меня зовут Дмитрий. Город, изолированный от внешнего мира. Ты канал Куплинов Плей. А это... Город с особыми правилами. А это город с особыми правилами под названием... Теперь это последний бастион человечества. Последний бастион человечества под названием... Шанс для нас, чтобы выучить историю. Под названием Dying Light 2. И на этот раз сделать верный выбор. Игра вроде как еще не вышла. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Да, потому что дали пораньше, так сказать, пресс-копию. Навсегда. Навсегда. Навсегда, да, пресс-копию выдали навсегда. Говорит, вот, играй, пожалуйста, можешь пораньше. Так вот, да, вот, собственно, оно. Вот, собственно, оно давненько была записана уже первая часть. Еще сколько лет там прошло, мне кажется, миллиард уже. Поэтому, как бы, даже ничего сказать не могу. Много где эту игра мелькала, везде про нее там что-то снимают, что-то пишут, что-то там, что-то здесь. Посмотрим, короче говоря, что она себя представляет. А знаю я, что... Она занимает в прохождении то ли 20, то ли 30 часов сюжета. Если делать сюжеты побочки, то надо то 80 часов, что ли. Если все подряд делать, нужно 500. 30 и 500. Не знаю, что можно заниматься 500 часов. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, что нужно, чтобы отрегулировать часть Линкларена были практически не видны? Что? Как я могу отрезать? Как я могу сделать? Ладно, по стандарту пусть будет. Что-то как-то, чтобы и черный не было, и белый не было видно. Это странно. Так, здесь тоже окей. Короче, ладно, давайте я сейчас настрою, а потом приду. Ну так вот, разобрался. Тихо, спокойно. Микрофон, не дури. Все поставил. В игре, кстати, есть режим стримера. И он включается и выключается палевная музыка. Это прекрасно, это замечательно. Это нужно во всех играх вводить, потому что, ну сколько можно. Так нельзя же, кругом музыка играет, потом вот это вот прилетает, вот это все не надо. Чего у меня сзади только красное все? Что происходит? Непонятно. Так, низкий уровень сложности подходит для тех, кто пользуется на сюжет, но рогов снизить, победить, в случае поменьше уровня. В начале игры, окей, допустим. Обычный, сразу дальше читать даже не будем, потому что всегда на обычном, всегда так. Обычный, по идее, это тот уровень, который был задуман изначально, а легкий это упрощенный от изначального, а сложный усложненный от изначального для тех, кто хочет каких-нибудь новых испытаний, новых вызовов, новых чего-нибудь. Новых же жаботробящих каких-нибудь штук, которые нам с тобой здесь ни в коем случае нет. Да хватит прыгать, то окей. 2036. Рандомное число, можешь назвать свое. Через 15 лет после падения. Да я так понимаю, что падение это как-то связано с первой частью. Первая часть была очень давно, я помню, что мы там искали, и мы его нашли. И там нужно было его очень долго то ли доставать, то ли что-то с ним делать. А так я особо по первой части больше ничего не помню. Помню, что бегали, тоже прыгали. Что было там все весело. Забавно, что можно было из говна и палок создать себе топор с гвоздями. Много чего можно было, короче говоря, сделать.
Графика вроде как стоит на полный, если что, включен DLSS. Зачем-то на качество изображения. На качество, да? То есть качество — это самое лучшее качество, а не производительность. Хорошо, я понял. Еще можешь. Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим, считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Мне кажется, нужно немножечко это, субтитры повыше сделать, побольше размером, потому что какие-то они маленькие так. Путь пилигрима, задание обновлено, это все за мной пишется, если что. Не думаю, что там что-то важное, поэтому пока что посмотрим. Так вот, стоит пока качество. Так что смотрим на качество. Травинки, всякие пылинки, хуинки, зомбинки, вон оно все там. Так, куда нам идти? Вот ты ж это какая, ты посмотри, параметры, управление, плавная, вот мышка, смотри-ка, на 10 поставлю, на 9, нормально так будет на 9? Вот другое дело. Другое дело, так, прыгнуть на пробел, ну, конечно. Играю на компе играю, поэтому как бы, дали ключ на комп, играю на комп. Дали бы ключ на какую-нибудь плойку или Xbox, играл бы на них, но, наверное, недолго. Хотя, в принципе, это же игра не про шутер, здесь можно просто прыгать, просто паркурить, и поэтому как бы, ладно. Я бы и там смог без проблем, я потому что умею на джойстике тоже. Ох, брат, хватку не растерял. Да, не растерялся. Это как-то нужно... Подожди, поле зрения, что ли, маленькое? Я не понимаю, что не так. Секундочку. Короче, ладно. Мне кажется, что какое-то поле зрения маленькое, потому что все прям впритык как-то. Но в настройках нигде что-то об этом не указано, и в настройках нигде такого найти нельзя. Но мне кажется, здесь слишком близко я смотрю, если что. И раз. Хорошо. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Пойдем, покажешь кое-чего. Блин, сейчас бы сзади все вот так же стал бы рыженьким. Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага. Но я-то охуенный. Точно. Без шуток. Мне б твою энергию. Это не смешно, говорят. Без шуток это не смешно. После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Я не знаю, что ты меня спрашиваешь. Смотри, здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Так а тебе пчелы пиздюлей-то не отвесят? Если повезет, сможем найти ромашку. Ромашку. Так, а можно звук чуть-чуть погромче мне сделать? Вот здесь вот можно, да. Соберите мед и ромашку. 0... Вот я вам покажу, вот как вот, пожалуйста. Вот так вот все. Я просто, ну, я не вижу смысла сдвигать. Хотя, конечно, хпшку можно сдвинуть, смотри. О! А это что такое? А, это с этой игры какого? Подожди, это с той игры, которая про вампиров была. Вот так вот, чтобы хпшку было видно. Я чуть-чуть немножечко съеду, поэтому как бы окей. Поэтому окей. Ромашка, да, знаю, как выглядит, продолжаю. Ты же знаешь, как выглядит ромашка? Знаю, да, ищу. А ничего, что пчелы должны быть буйные и должны мне дать пиздюлей. Так как выглядит ромашка-то? Она такая беленькая, с лепесточками, с желтеньким внутри. Правильно я понимаю? Есть какое-то у меня седьмое чувство или как-то, чтобы я смог посмотреть на подсветку, нет? Давай скажи еще раз. Еще скажи еще раз про ромашку. Мне кажется, он как-то слишком рисковато мышка двигается. Хотя, может быть, в этой игре это нужно? Соберите мед и ромашку. Мед я собрал, а ромашку еще 0 из 2. А далеко она вообще? Где... где область действия ромашки? А, прям укрыл тебя нужно искать. Так, вот ромашка вижу, допустим. На, правильно. Уеби как следует. Уеби этой ромашки. Так, а еще какая, где ромашка? Еще какая-то одна. Нет, все-таки, мне кажется, поле зрения прям слишком близко в монитор впритык. Как-то мне не очень кого-то двигаться, что ли. Ну и где еще одна ромашка? Я не вижу. Подскажешь мне, нет? Там уже зомби кричат, они сейчас пиздюлей мне отвесят. Может, это их ромашки? Так, еще один мед спокойно. Я лучше еще мед соберу. Я не понимаю, почему пчелы нас не бьют. Пчелы, по идее, должны быть нихуя не негодовать от того, что мы собираем их мед, который они давно выращивают. Они же здесь для чего-то его оставляют, там, на зиму, припасы, запасы, чтобы с голову не сдохнуть. Где, блядь, ромашка? Мы уже 100 лет знакомы, но не поторопишься, буду ругаться. Да я в курсе, но я не вижу вторую ромашку. Я собрал одну, второй здесь ромашки нет. Эта ромашка слишком плоская, чтобы найти ее сквозь траву. Ты понимаешь, что... А, вон сверху еще одна, все, я понял. Что с тобой? Ты будто первый раз это делаешь. Бля, прикинь, я в первый раз это и делаю. Никогда еще не бегал, ромашки не собирал. Подойдет. Ну и что дальше? Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься.
А если не повезет, что? У меня будет чесаться то место, куда я это приложу. От этого невозможно же подохнуть. Это ж мед и ромашка. Так, откройте И, чтобы получить чертеж. Получили свой первый чертеж. Окей, продолжить. Допустим, здесь хранятся компоненты. Давайте обучение на 1.5 часа. Теперь чертеж создайте, хорошо. Удерживаю. Мед и ромашка, отлично. Мед и ромашка есть. Никогда не забудешь свою первую мед и ромашку. А теперь вылечиться. Хэ, держу. Держу Хэ. Почти пришли. Окей, хпшка полная, но все равно какая-то обрезанная. Так, я еще прям буквально совсем прям маленечко, прям вообще прям крахулю вот так вот сделаю на 7, потому что вот другое дело. Очень я не люблю, когда мышка резко дергается. Я не люблю, я люблю вот помедленнее, чтобы было. Не прям вот, чтобы так медленно, а прям, чтобы можно было осмотреться спокойно, чтобы глаза не бегали, не летали там, откуда понимаешь, что происходит. Я не пролезу, тут шипы. Подсадишь? Я не полезу, ну, давай первый. Заходи. А, так давай. Нет, сейчас шипы нас будет подпрыгивать нахуй. А что так узенько? А я не прохожу. Как ходить? Подожди, а как ходить? Ого. Я бегать не умею. Уютное гнездо. Shift нажимаю, Ctrl нажимаю, не работает ничего. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Давай, сейчас покажу тебе паркур, давай поищу. Сейчас покажу тебе паркур, спокойно. Сейчас найду, все, я почти нашел. Так, путь пилигрима, обыщите дом. Обыскиваю дом, хорошо. Если что, все задания за мной написаны. С, чтобы присесть, а что не Ctrl? С Ctrl всегда было, алло, блядь. Ладно, будем нажимать на С, без разницы. Будем привыкать к тому, что есть. Может быть, на Ctrl что-нибудь другое. Где-то в каких-то играх на Ctrl была аптечка. А можно я, блядь, помедленнее похожу? Потому что он постоянно только бегает. Нажмите кушу, будет... А что, раньше нельзя было сказать, что здесь чутье какое-то есть? Алло! Я бы эту ромашку просто разом бы нашел. В смысле, пусто. Аптечка пустая. Почему пусто? Так, еще раз. Хорошо, что ничего не нужно удерживать. Нужно просто подойти и нажать. Так, последняя вечеринка. Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. В 2023-му все вообще хуево, что ли, будет? Ты че? Ты таких вещей мне не говори, блядь. Так, исследовать, поехали. 5 лет спустя. Кто помнит Харан? Есть ли хоть какая-то надежда? Спасибо, что дали почитать. А может, я почитаю? Статья, как это? Тап? Инвентарь? Дневник? Путь пилигрима? Подсказки? Коллекция? Коллекция, да, смотри-ка. Так, прошло 5 лет. Кто помнит Харан? Есть ли еще надежда для тысяч людей, заточенных в Харане? 5 лет прошло с тех пор, как Харан изолировали от всего мира. Жители, которым казалось, что они нашли убежище от вируса, оказались в смертельной ловушке. Они вынуждены защищаться самостоятельно. Помощи извне не будет. Почему мир отвернулся от Харана? Можно ли попросту стереть из истории некогда процветающий город с тысячами жителей? Вот уж не знаю, не знаю. Не знаю просто никого. Так это главный герой, да, судя по всему? Повязки какие-то. Дневник это что? Почему он новым горит? Я же видел это задание, нет? Все окей, посмотрел. Так, обыщите дом, давайте обыскивать. Блях, какой же удобная эта штука. Просто, просто нажимаешь и все. Тряпки, хуяпки. Пустой здесь холодильник. Ничего. Пожалуйста, подождите, в смысле открыть? Что, загрузка была? Я не знаю, это как бы игра еще не вышла, опять-таки патча первого дня не было. Какого? Возможно, либо я не нашел поле видимости, либо его просто пока не включили. Да, крыса. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку, начинаешь о ком-то беспокоиться, пора валить. Ну, вали. Ты что, меня научил из ромашки сделать антибиотик и съебался, что ли? Обыщите дом. Хорошо. Какой-то странный напарник у меня. Так, обычный ресурс смола. Отлично. Короче, мы здесь будем много лутать, много собирать, много крафтить и много читать, да? Интересно, а в первой части мы много бегали. В первой части мы много бегали, много прыгали, много скакали, много били палками все подряд. Так, все, нет, не все. Бля, ничего. Без чутья, конечно, была бы жопа какая-то, да? С чутьем-то хотя бы хоть что-то видно. Так ты чё ж не свалил-то? Попиздел и не ушел. Каким на вкус было вино раньше? Да такое оно, вот, иногда язык вяжет, иногда кисленько. Как хуй пойми, но все, блядь, одинаковое.
Алкоголь, кстати, запрещен детям, беременным женщинам, лицам младше 18 лет. Поэтому прекрати, если ты держишь внутри что-то такое, прекрати и выкини. Выкинь и прекрати, если ты ребенок, беременная женщина или лицо младше 18 лет. Выкинь бутылку из рук. Вообще, как она у тебя оказалась? Алло, я спрашиваю тебя. Что мы делаем-то? Дом обыскиваем? Давайте обыщем. Who do you voodoo? Что-то знакомое. Хи-ди-ю-ви-ди. За хуйня. Я такой не слышал никогда. Может быть, какая-то веселая песня. Who do you voodoo? И это называли искусством? Да, мазки, лепнина. Вот это, блядь, мазня. Нормальная. Че, ты не разбираешься в искусстве просто. Ну смотри, ну тут же, если присмотреть, столько всего можно найти. Вот типа фигура человека. Вот видишь, вот человек. Вот в платье он такой. Вот это вот грудь, вот это две руки. Вот голова отсечена, головы нет. И из пуза хлещет кровь. Вот, пожалуйста, это раз. То есть художник нам хотел показать борьбу, что теряя голову, следи за пузом, иначе тебя его распорят. Вот здесь какой-то непонятный знак. То есть, смотри, кружочек с перечеркнутой хуйней. Возможно, какая-то эмблема, возможно, что-то еще. А если отвернуться, вообще забыть то, что ты видел, а поворачиваешься и обратно и смотришь совершенно другие изображения. Эти других изображений здесь больше найти нельзя, потому что вот, пожалуйста, женщина с портом пузом без головы. Больше нет изображений здесь. Нормальное искусство, все, че? Че ты доебался до меня? Куда еще, чего, куда? А мы к кому вообще пришли-то? Это наш дом или той травницы? Бля, я думал, скин новый висит. Новая модная футболка. Я думал, мы к травнице пришли. Типа, смотри, какой охуенный дом у нее, все дела. Типа, мы у нее что-то воруем, оказывается, что нет. Необычные ценные. Что там, сигареты необычные ценные? Это какие? Нас сейчас, получается, просто обучение проходит, да? Нас сейчас учат ходить по домам, лутать все потихой. Потому что лутать нам, ну, судя по всему, нужно будет очень много. Пока это всего лишь идет обучение. Нас научили крафтить, Галя. Нас научили собирать, нас не... А почему я... А, блядь, С, да почему не Ctrl-то? Я потом переделаю. Блядь, ну всю жизнь на Ctrl все садились, ну что не так-то? Где? Не вижу. Это, блядь. Где? Куда нажать? Ну что за бред? Куда нажать? Нет нажать. А здесь есть нажать. Хорошо. А есть фонарик какой-нибудь? Так это чей дом-то, серьезно? Травница или кого? Вот травница сидит. Сори, Дэйв, пока. Как грустно. Да пока не особо, это кто? Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад, лады? Так я не понял, а к чему был твой этот, твоя поговорка, тот этот великая, блядь? Если беспокоишься, то вали. Это к чему сказал? Задача обновлена, а какая? Обыщите сад, хорошо. Так, а это кто? Это люди, которые жили здесь и не умерли от зомбарей, потому что решили... так никого сюда не пустили, померли своей смертью. Ну, в принципе, им повезло, да. Им повезло, потому что их не сожрали, они в конце не паниковали. Они сидели, отдыхали, потом почему-то все разом высохли. Мне кажется, что люди, наверное, не смогли бы померить так синхронно. Поэтому тут что-то явно не так. А они бы такое чувство, что просто сидели и в один миг все нахуй повысыхали. Зато они были вместе. Опять-таки, нелогично. Почему? Может, они что-то приняли? У них есть какие-то бутылки, таблетки, кстати говоря. Может, их заебалось... Я не могу это терпеть! Я не могу это терпеть! Как перезначение клавиш? Как мне садиться? Вот, пожалуйста, Ctrl, спасибо. Да, сохранить. Спасибо большое. Но это же бред. Как это? Тут же есть. А, не ты. Она была классной. Кто? Почему? Это наши знакомые или что? Я сейчас вообще пока ничего не понимаю. Так это диджей, это дискотека какая-то была, судя по всему. Или нас так пытаются немножко в историю втянуть, рассказать нам, что здесь происходит. Это кто, разработчики? Ну как бы часто разработчики свои фотки вставляют в игры. Дорогая под видом Мария, NPC. Прости, что сбежал.
Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эй, иди сюда, глянь-ка. То есть чувак, укушенный, сбежал из этого пансионата, потом подумал в рот его ебать и вернулся назад. Это не очень хорошо. Блин, а если я эту записку уже прочитал, она теперь так и будет у меня в интернете отображаться, как будто я ее не прочитал, правильно? Хотя нет, даже в коллекции она... А, в коллекции прочитано, все, спасибо. Просто бывает иногда такая херня, что ты записку в игре сам читаешь, потом убираешь ее в инвентарь, она там помечается непрочитанно. И потом в этой куче, блядь, попробуй разбить, что ты читал действительно, а что ты не читал. Так, ты куда меня там позвал-то? Как, здесь можно залезть, да? Это же паркур кругом. Ага, смотри-ка, можно, нихуя себе. Прикол, в натуре можно. Везде можно? Здесь даже пометок не будет, что типа прыгай сюда. Я типа цепляюсь за любой вообще объект и лезу наверх. Ну это классно, чё. Чё такое? Присядь, брат. Для тебя. А, подарок? Скорее дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Краин этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Какого парня? Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёбка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Какого Вальца, блядь? Я не понимаю. Надо хотя бы раскалить, что такое за Вальца. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Я думал, ты мне просто типа природу показать. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты на меня 500 долгов повесил! Которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова ей. И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Глаза? Ого, еще слишком рано для подобных разговоров. Я хотел сказать глаза. Да конечно, а я так и понял. Огромные. Прекрасные. Огромные глаза. Стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Ой, ну ты еще молод просто. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщине. Во-во, молодой еще салат. Наверное, ты прав. Уверяю, однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Почему пилигримов боятся? Типа, если их нанимают, почему их не любят? Что в них такого?
Они просто типа делают свое дело, бегают по домам, по крышам. Вальц. Кто он? Родня? Мне бы самому хотелось бы точно узнать. Нет. Зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. А сейчас? Ну ладно. Мне интересно. Пора. Так, окей, нам провели увижу, обучение. Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого Вальца. Или как там его. И не забудь. 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Все окей, открытый мир. Все окей, открытый мир. Так, грязная бита, редкая одноручная дубинка. Как ее взять? На какую кнопку? Почему здесь крестовина, блядь, вместо нормального... Как взять оружку в руки? Ку? Ку это нет. Ку это смотрит. Е? Е это пинок! О! А как я ее достал? Даже как... Как... Я не помню, как ее достал. Ну ладно. Как-то достал, уже хорошо. Наверное, появится второе оружие, сможем переключать. Сейчас бы еще фонарик, на самом деле. Но фонарика здесь нет, судя по всему, потому что на F здесь кнопка подобрать. Давайте смотреть. Давайте, наверное, сразу пойдем на вышку. Что нам здесь, блядь, куковать? Мы здесь все, в принципе, видели. Что-то еще тут посмотреть не особо-то и надо. Так, он убрал ее, потом обратно достал. Как она достается? Я не понимаю. Может, она доставалась на кон... Ебать, прыжки. А здесь вообще в этой игре есть момент ходьбы пешком? Или постоянно будем бежать, постоянно в движении? Это очень трудно для выносливости. Очень трудно для глаз, очень трудно воспринимать. Постоянный бег. Удержите тап, чтобы узнать текущую цель. Удерживайте. И что, меняется? Ничего не меняется? То что ты делаешь, блядь? А, все, окей, появляется сверху он уровень, и за мной как раз таки написано, что нужно делать. Доберитесь до радиовышки. Далеко. Далеко, но пойдем. Я могу плавать, могу прыгать в эти. Это же полная свобода мира, полное вообще, полное все. Че хочешь, что и делай, правильно? Я буду прыгать в воду спокойно. Ой, тихо, блядь, ромашка. Чуть ромашку не пропустил. О, красиво. Вот, уже помылся, уже хорошо. Сбил себя запах пота, мозгов и крови, чтобы зомби за мной не бегали. А как здесь вообще бегать, если честно? Я потому что всегда бегаю, и на shift нажимаю, ничего не ускоряется. Чтобы нырять, Ctrl. Окей, пробел, чтобы вынырнуть. То есть вот смотри, вот я бегу. Вот я нажал shift, вот бегу быстрее, не бегу. Кусаки. Так, кусаки. Кусаки — это самые бомжи обычные. По башке работает хедшот? На, сука. На, сука. На, сука. Неплохо. Неплохо. Как бегать? Пробел? Пробел — это прыжок. А как ходить тогда, если я уже бегаю? То как когда ходить? Так, кусака. Кусака, друзья. Хотя лутать можно? Можно. Так, 6 золотых. Здорово, кусака. Так, это какой-то, подожди, это какой-то блатной кусак. Он какой-то значок был. Хорошо. Пока ходим, пока... О, еще кусака ползет. Ага. Пока ходим, пока лутаю. Он оглушен или что с ним случилось сейчас? А убитый есть прочность? А, и вот есть, наверное, белая полоска. Хорошо. Давайте посмотрим в управлении, как бы без разницы. Так, управление, назначение клавиш. Смотри-ка, двигаться вперед в ASD, пригнуться или выпрямиться — это Ctrl. Все. А, движение 1-3. Так, 3, дальше что? Действие. Использовать аксессуар, поиск взаимодействия, торговать, чувство выживания, оглянуться, капслок, атака, пинок, переразделить, параплан. Параплан, окей, летать будем. Фонарь на тет, от тета. Фонарь все-таки здесь есть, окей. Фонарь есть, чередовать снаряжение 1. Расходные предметы, оружие 3, хорошо. То есть, нам нужно сейчас на Т нажать, во-первых, Т. Нет у меня еще фонаря. 1-3. 1-3 это снаряжение чередовать. Хорошо, разберемся. Разберемся, все окей. Я так понимаю, что в игре, короче, много экшона, но также много добавили чего-то еще. Вот реально всякого крафта, чего-то такого. Потому что слишком много... Я не помню, что в первой части мы начинали прямо с какого-то лутания. Я помню, что первая часть начиналась, мы в каком-то здании, что-то мы там ходили, что-то нас куда-то вели... Дали какое-то задание, кто-то там, короче, помер, какие-то там депо, вагоны, вот что-то такое у меня в памяти. Больше я, собственно, ничего не помню. Ну, пойдем. Опа. А, блядь. Куда столько пчел? Ты смотри, серьезно, я ромашку давно бы заметил, мне сказали, что у меня есть чутье какое-то. Я же спрашивал, есть хоть чутье или нет.
Он мне даже про него ничего не сказал. Вот, собираю ромашку. А что еще делать? Жалко, что я не могу пешком ходить, это плохо. Может, во, вот так вот. Давайте ходить вот так. Так хотя бы можно хоть что-то рассмотреть, потому что вот постоянно бегая, рассмотреть ничего не получится. Так, смотри, получается, давайте вот что сделаем. Инвентарь. Где крафт? Ремесло. Давайте сделаем себе еще пару повязок. Создать максимум С. Давайте максимум сделаем. Окей. У меня будет хотя бы хилка на всякие пожарные, то мало ли мне кто-нибудь пиздюлей отвесит. Я, конечно, в этом снимаюсь, но посмотрим. Так, а дубинка просто достается сама по себе при ударе, правильно? На 1-3 их можно... А, на 1-3 можно чередовать. Блять! Твою мать, ты серьезно, что ли? Нахуй ты смешиваешь с окружающей средой, придурок. Блять, меня ударили. Ударили меня собаки. Он просто вылез из ниоткуда вообще. Блять, я испугался. Так, это можно лутать все? Всплыви, 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 спокойно. Можно лутать? Нет, нельзя. Да всплыви, что ты делаешь-то? Так, окей, вижу, вижу, куда бежать. Все вижу прекрасно. И раз. Подожди, так это уже как в этом, как во втором Uncharted, да? Во втором, по-моему, лазили по такой же хуйне, только вверх. От падающего какого-то поезда, вагона и чего-то такого. Опа. Ну да, вот здесь на джойстике, конечно, бы уже это... Голова бы закружилась нормально. Опа. Держась за уступ, нажмите В, чтобы на него забраться. Так сейчас не надо. Пока. А что ты делаешь-то? А, тут выносливость есть. Все, понял, выносливость есть, ладно. Так бы сразу и сказали. На какую высоту я могу прыгать? Сюда могу. Сюда могу. Хорошо, залезь наверх, ну что не так-то? Да ты не падай, блядь, ну ебаный в рот. А можно качать твою выносливость? У тебя ее слишком мало. Так, он как-то прицепляется к чему-то, но пока не очень понятно как. Воки. Прям тютелька в тютельку выносливости хватает, смотри. Больше даже не хватает. Так, окей, где вышка-то? Вижу. Дубинку возьму. Не, серьезно, вот так буду ходить. Мне так реально комфортнее, но это же беда какая-то. Ты ходишь, вообще ничего не видишь. Все так быстро летает. Или в этой игре нет обычного хода пешком? Должна же быть в компьютерной версии эта штука. Потому что на джойстике ты можешь спокойно пипку недалеко просто отодвинуть и ходить пешком. А здесь почему-то нет такого. Но опять-таки игра еще не вышла официально, поэтому патчи первого дня, каких-то хотелок, перделок еще здесь не будет, потому что это ранняя пресс-версия. Что там было написано? Не ходите, что? Я пропустил, внизу было написано субтитры. Они маленькие, поэтому я не заметил. Надо прибавить. Надо сделать побольше, 100%. Это те, кто спят? Они живые? Так, я встал. Опа. А на картах, смотри, карты меня спасли. Есть фонарь? Фонаря нет. Может, не ходить по земле там? Бля, живой, смотри, дышит. Так, и что ты мне предлагаешь? Так, это показатель паники. Все, я понял. Аккуратно. Аккуратно. То есть, когда мы идем на картах, прыжок с картов не убивает нас с картов. Это прекрасно. А то бы после каждого прыжка приходилось бы обратно присаживаться. А так нет, ты прыгаешь с картов и... Может быть их это? И побежим? Ну типа мне вон туда, я вижу. Они же лазить не могут. Так, кто из вас живой? Смотри, как дела. На, сука! А, они не встанут всей кучей, что ли? Серьезно? Не встанут. Ладно, пацаны, помчали, помчали. Блять, а бегать-то как? Бегать-то не умеет. И чё? А, вы прям, блядь, никчемные, что ли? Я что-то подумал. Я что-то не так, получается, подумал. Бля, ударил с равными, смотри. А можно заряженную атаку делать? Не, нельзя. А это блокировка. Ясно. Ну, блядь, ладно. Я думал, сейчас побег будет веселый. Они за мной, я от них. Красота. А нет, получается, не будет. Ну и ладно. Когда-нибудь в следующий раз. Когда-нибудь с другими зомбарями... А вы... Где? Бля, обиделись, ушли. Когда-нибудь, значит, в следующий раз. С какими другими зомбарями это дело мы проверим. Что не так? Прыгай, пожалуйста. Ой! Не, выносливость надо качать. Здесь же по-любому есть какая-нибудь прокачка персонажа. Дай-ка сейчас, я сейчас найду ее, смотри. А, вон навыки, ну, навыки. Ой, бля.
Ебать, прикол. Так, ладно, очки боя есть и очки паркура, но с этим потом. С этим потом, пока не до этого. Пожалуйста, не беспокойте местную дикую природу. Я не беспокою. Я просто попробовал их чуть-чуть, ну, посмотреть, что будет. Они особо не агрессируют, поэтому ладно. И хпшка должна быть побольше. Вот видишь, хотя бы целиком с меня должна быть хпшка. Но это все попозже. Опять медок, смотри. Опять медок, заебись. Медок и ромашка. Но это специально, чтобы я сделал себе эти лечебные припарки. Это правильно. Это правильно. Один медок и две ромашки. Смотри, они прямо рядом здесь. Так, нажмите во время движения вперед, чтобы совершить прыжок через препятствие. А, нужно постоянно его нажимать? Мне что-то как-то сыкотно с такой выносливостью вообще куда-то лезть. Мне кажется, я не успею долезть, когда мне куда-то прям срочно понадобится. Так, ищем медок и ищем ромашку. Медок, ромашка, это прекрасно. Не надо бить пчел, ты чё, блядь? Пчелы тебе делают хилку, а ты их бьешь, дурачок, блядь. Смотри, везде... А, нет, я думал, везде одинаковые, типа две ромашки и один медок. А здесь, смотри, два метка и две ромашки. Значит, из метка можно что-то сделать еще. Скорее всего, какую-нибудь сладость. Так, а здесь он почему-то медленно ходит. Это, наверное, потому что я иду в гору. Что за звук? Мне нужно переезжать? Спустись по тросу, прыгнуть на него, нажав пробел. Как я, блядь, на него прыгнул высоко. Ай! Ну вот пробел. Ну вот. Да зацепись, блядь! О. Или типа надо в прыжке еще было пробел нажать. Я пока больше хилки делать не буду, у меня две есть, мне пока хватит. Какой-то все такой желто-рыжий, неприятные такие оттенки. Какая-то, знаешь, какая-то осенняя, вечерельная, что-то... Я прям не знаю, мне прям что-то некомфортно здесь. Вот, не нравится такой цвет. Оттенок такой мне не нравится. Так, а там есть зомби? А, это просто лужа. Как же все быстро! Так, стелс есть? Стелс есть в этой игре стелс? Должен быть стелс 100%. Нажмите Е, удар провести ногой. А, я должен был сделать этот Спарта, да? Типа Спарта, да? Ну, Спарта, я понял, давай, пока. А что-то он не помер нихуя. А я думал, стелс сейчас покажет. Типа, знаешь, стоит такой одинокий зомби, я такой выползаю... Тихо, тихо, что происходит, блядь? Стоит такой одинокий зомби, я такой выползаю из кустов. И такой раз ему быстренько, и не Спарту, а стелс. Да не паникуй ты, не паникуй. Кстати, вечереет, уже не очень хорошо. Он сказал, допрыгните на канат, удерживай, чтобы схватиться за него. Ага, окей. А как отпуститься теперь? Также на пробел? Отлично. Так, паркур, открыть навыки У. Поехали. Вы повысили уровень мастерства паркура и получили первое очко навыков с паркура. Поехали. Будем качать. Высокий прыжок позволяет вам дотягиваться до более высоких уступов, когда зажимаете, пробел во время прыжка. Найдите указатель на значок навыка, чтобы прочитать его. Да понятно. Так, позволяет прыгать выше и доставать до более высоких уступов. Удерживайте пробел, чтобы прыгнуть выше. Одно очко. Разблокируем. Без проблем. Так, тут у нас что? Не теряйте скорость при падении, сократите получаемый от него урон. Хорошо. Если у вас закончится выносливость, вы сможете потянуться за уступ последний раз. Также сможете схватать за уступы, падая с большой высоты. Это очень полезно. Это очень полезно. Так, тут у нас что? Перепрыгивать оглушенных врагов, носить удар ногой. Но это надо из боя, судя по всему, получать. То есть вот это для проверки, еще да? Еще чуть-чуть. Нет, смотри. Опа, не допрыгнул. Опа, не допрыгнул. А если прям... Опа! Нихуя прыжок. Опа! Вот это да, другое дело. Совсем высоко стал прыгать, смотри. Это какой-то заповедник или что? Национальный парк. А так это ворона, спокойно. Это ворона, ничего страшного. Какие-то плотины, там, кстати, город. А больше ничего пока не видно. Я убрал, если что, сразу зернистость в настройках, потому что зернистость в настройках — это страшно. Это страшно, это кругом какие-то непонятные эти пятна, вот это все рябит на ютубе. Вообще видно, ничего не будет из-за этого, скорее всего. Поэтому убрал, никакого зерна не будет. Темно. Пора найти пристанище на ночь. Так, а вышка чем-то не подходит. Что-то получше. Так, это... А, это тоже ромашка. Задача обновлена, да? Это что такое? Поднять. И нахуя? Нажмите, чтобы бросить газовый баллон. А, я мог его поджечь, ну-ка, секундочку. Так, попробую. Так, поднять, удержать, поджечь. И бросить. Да, нахуй. А чё он не взрывается? Окей. Все понятно, все понятно. Мы типа заканчиваем серию на первой... Ну, прыгните на все. Ага. Мне нужно качать больше выносливости. У меня очень мало выносливости.
Радиостанция должна быть где-то здесь. Так вон же вышка, вы не дошли маленечко. Нажмите кушу воспользоваться. Угу. И сразу лутать урны, конечно. А куда еще? А что еще лутать, кроме урн? Я что такое? А че у тебя фонарика-то нет? Ты че, блядь, вообще дурачок? Я нажимаю на Т, у него нет фонарика. Так, а ты че? Это просто выход был помечен. Ну я типа буду все лутать. Так, потрепанный резак, обычный длинный топор. И как его взять? Ага, смотри. На тройку переключается оружие, все, я понял. То есть на однерку переключается то, что будет у нас с левой стрелочки, а на тройку то, что оружие. Окей. Попробуем резаком кого-нибудь резануть. Но он должен быть поэффективнее, наверное, это же не просто обычная дубинка ебаная. Дубинка — это, получается, дробящий урон, который не особо, наверное, сильно по ним наносит. Они же из плоти, поэтому их нужно рубить. Кто это будет гораздо эффективнее. Недавно. Кого, книжки? А ты подожди, ты ведьмак, ладно, или что? Попробуем. Давай. То есть он может по следам определять, кто их недавно трогал, а кто их недавно не трогал. Бля, сейчас бы фонарик. Может, какое-нибудь зелье выпить, с помощью которого можно видеть в темноте? Как она называлась? Кошка? Прикинь, нихуя себе помню. Кошка же, да? Кошка пьешь и видишь в темноте. 100%. Вот это память, нахуй. Вот это память. Вот она. Радиостанция. Надо запустить генераторы. Где... А, вот это? Гангрена, обычная мачете. Так, подожди, а куда у меня теперь? А у меня теперь три оружки. Нет, сначала... Подожди, а мачете быстрая, кстати говоря. Это медленная вроде, а это быстрая. Да, это быстрее. А и как это в инвентаре посмотреть? Обеспечить не что иное, как гангрену. А 13 урон, 40 прочности. 13. 18? Да, смотри, дробящие. Прям как сдал. Ну как бы, это же понятно. Это дробящие, это рубящие. Рубящие, ну, блядь. Это тоже рубящие. Есть еще колющие, это какое-нибудь копье. Так, а можно как-то чинить? Или что-то как-то нет? Пока не... Что такое характеристики? Пустой список. Пустой список чего? Непонятно чего. Непонятно чего, но список пуст. Так, включить электростанцию в здании. Сейчас пойдем включим, секунду. Электрические детали. Угу. Бля, без фонарика это неудобно. Так, я сейчас с чем? Подожди, я не с тем. Мне нужно вот это вот попробовать. Сначала рубящий топор. А я, кстати, Аккуратней. Я же выкинул уже газовые баллоны, не смогу никого массово хуйнуть. А и что они делают, заставка? Не предлагают паниковать сейчас или что? Это что за хрень? Бля, это прыгу. Подожди, в первой части тоже были какие-то рыжие, опасные, по-моему, ночные твари. Но что, там вообще типа выходить не нужно было совершенно. Подожди, это что, цирк? Нихуя себе циркачи. Основы боя. Некоторые враги используют мощные атаки, которые наносят огромный урон и могут сбить вас с ног. Когда враг собирается задействовать мощную атаку, его индикатор здоровья начинает мигать красным. Уклоняйтесь, чтобы не получить пиздюлей. Чтобы совершить уклонение, нажмите пробел, двигайтесь назад или в сторону. Понял, понял, поехали. Так, опа, уклонение. Так, сейчас пробую. Иди нахуй отсюда. А чё так плохо рубит-то, алло? А чё так мало-то, алло? Почему так мало-то, я спрашиваю? Блядь, я баллон уже проебал. Ну, конечно. Чё, она там прыгает меня, нет? Эй, извини, я не заметил тебя. Стой, 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 дай, стой, дай тебе пизды отвешу. Так, ну рубище, конечно, не заходит совершенно. Опа. Идёшь нахуй, я увернулся, 100% тебе. Да отстаньте, пацаны, серьёзно. А чё же там хуйня так мало била? Значит, меня вообще, по-моему, не дамажит. Иди отсюда. В темноте не видно ни хера, ни лиц, ничего. Иди, где она? Ага, все, иди сюда, блядь. Все, зажал нахуй. Зажал, разъебал, где она? Все, блядь, пизда, убил. Да кто ты такой? Так а их чинить-то реально нельзя? Сейчас у меня просто из строя выйдет уже это оружие, пизда.
Фаша, у нас на нуле, подождите. Окей. Не, эти оружки меня явно не устраивают, это какое-то говно. Чуть не сдох. Да, так каждого лутать ебанешься. Там же по-любому должен быть навык, благодаря которому при каком-то там быстром убийстве, там, или стелсе, или чем-то еще, или при обычном убийстве, то тоже неплохо, мы бы собирали лут-автомат. Потому что вот так вот потом каждого лутать ебанешься. Ну, без фонаря реально неудобно, я ничего. Сейчас, скорее всего, дадут. Ну, пока, в принципе, ничего необычного, на самом деле. Пока начало, пока обучение, пока вступление, показывают мобов. Показывают, что как, что где, фонарик не дали. Сейчас бы за собой дверь закрыть было бы неплохо, но нет. Так, аккуратно. О, кстати, топор за 17. Топор за 17. Подожди, а это нужно выключить, значит. Это мы сейчас выкинем. Как это выкинуть? Раз. Сравнить онлайн. Вот кто-то в онлайн сейчас играет. Кто-то играет сейчас, представляешь, что почему-то тоже записывает, наверное, наперед. Как это выбросить? А что? Как? Это типа выбор оружия туда в доступ, что ли? Судя по всему, да. Так, вот это на 17 уже урон у меня будет. Да, на 17. Блять, как их обменять местами? Выбросить. Вот, вижу. Выбросил. Как менять? Вот так. Ты, блядь, какая. Кто из них 17? Уберись, пожалуйста, отсюда. Кто из них 17? Ты 17, хорошо. А ты тогда будешь вот так. Ладно. Пока что так. В принципе, разбираемся более-менее в управлении. Можно, кстати, заменить КТЕ на простое удержание. Мне кажется, это было бы логично. Но это очень зря. Это очень зря, потому что сейчас всех мы сюда приманим. Зомби же услышат, зомби же увидят. Зомби же не тупые, зомби все поймут. Сейчас бы их еще и закрыть. Так, секундочка, у меня включено вот это, чтобы там... На-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, это все. Ресмена оружие включен. Значит, песня не беспалевная. Значит, слушаем просто песню. Просто сидим, слушаем, тусим под песню. Бля, как неудобно без фонаря. Как без фонаря просто дико неудобно. А что такое? Почему я это не заметил сразу? То есть ты предлагаешь мне сейчас вот в таком вот пиздеце ночевать, да, целую ночь? Когда кругом какие-то зомби прыгают, блядь, огненные. Обычных зомби целыми толпами ходят. Закрой дверь. Это ты играешь? Я тебя не включал. А можно запираться? Почему запор со стороны подъезда? Это же как-то неправильно. А кто играет-то? Где-то сверху. Где-то что-то сверху играет. Так, а, подожди, я же здесь был уже. Вот видишь, я в темноте что не заметил. Алкоголь не заметил в темноте, ты понял? А тут оставил его, а этого не заметил. И здесь что-то не заметил, ты посмотри. А здесь что я не заметил? Здесь я не заметил заставку. Так, вы только что открыли первую безопасную зону и получили новую точку возрождения. Во всех безопасных местах есть УФ-свет. Там вам ничего не угрожает даже в ночное время. Кроме того, в каждой безопасной зоне есть место для отдыха, с помощью которого можно менять время суток и тайник Эйдена, где можно оставить лишние предметы. Понял. Это тайник, это спать, это безопасно, это моя база. Ну, хорошо. Так, но здесь мне оставлять пока ничего не надо. Здесь спать. Просто ждем утра. Так, здесь безопасно. Использовать что? Так рано же еще. Поехали. 140-200. Рано. Нужно утром это было делать. 140-200. Так а сейчас же рано. Ну, сказали же утром. Это Эйден. Прием. Кто-то искал пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Так я же тебе сразу сказал, жди утра, куда ты полез. Так, уйти. А, подожди, на других чего? Может, там что-нибудь веселое? Знаешь, только я вернулся от Турзавы, как заметил, что в банке дыра. И пришлось, блядь, переться снова. Пошли дальше. Чарли сказал, это укус лисы. Ага. Какая лиса? Они вымерли лет 10 назад. Наверное, его кусака тяпнул. Вот он и врет. Но его маркер горит зеленым.
Ну, он и так уже заражен. Что уж тут. Но все же за ним стоит присматривать. Так, а вот это что не смотрели? Или это смотрели? Нет, такой не смотри, 775. Он мне не доверяет. Все время толкает речи перед зеркалом. Айдеру не стать таким, как командир. Новые? Подожди, 269, 600? Ты Денниса не видел? Нет. Если подумать, я уже пару дней его не видел. А что? Он пошел искать лекарства у старых контейнеров в ВГМ. Я сказал, что там давно все разграбили и что это верная смерть. Если он ушел один, то можно копать ему могилу. Мне кажется, здесь на всех волнах одни и те же люди разговаривают. Хватит. Забили, блядь, весь эфир своими разговорами и все. Так утром и надо, это задание внимательно не слушал. Что ты такой невнимательный? Я вот помню про задание, а ты вот нет. Поехали, подождем для утра. Мне интересно, подожди, вот в этих типа ультрафиолетовых зонах, типа зомби сюда придут, увидят ультрафиолетовую зону, не полезут. А что мешает сильному зомби взять слабого зомби, швырнуть в нас, чтобы он нас вытолкал оттуда? Эйден. Эйден Шмейден. Ты чё хамишь-то, охуенно? Мы убегаем или как? Что? Чё, издеваешься надо мной? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Всё готово. Это кто, сестра? Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Живо. Сейчас, короче, окажется, все что хорошо. Сестру забрал как раз-таки тот самый этот вальс. Как его зовут? Вальс, короче говоря. А надо было бежать, она предлагала. Это 100% он. Жди здесь. Нет, это охранник. Сейчас придет тот самый вальс. Ничего хорошего не выйдет. Жесть. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Слушай меня. Вот я же тебе сказал. Вальс, ну. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Так, окей. Это те, у которых есть неуязвимость. Устойчивость к этой со всей хуйне. А в первую часть тоже, по-моему, так было или нет? Короче, у них устойчивость к укусам. И этот, судя по всему, хочет из них забрать какие-нибудь образцы и сделать какую-нибудь вакцину. Мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Закрой глаза. В лаборатории! То есть нам весь сюжет, всю историю, кто такой Вальс, что он сделал, нахуя мы его ищем, прочее, прочее, будут флешбэками ночными поставлять. То есть если мы не будем спать, то мы можем не пройти сюжет никогда. Именно поэтому, наверное, прохождение может 500 часов продолжаться. В конце концов, заебет через 400 часов не спать, не идти по сюжету, и ты подумаешь, а вдруг бы поспать? И, соответственно, хуяк, и ты такой поспал, и весь сюжет узнал. Ну все, что, пойдемте связываться, узнаем, что от нас хотят. Нам, кстати, надо заканчивать, потому что время уже много прошло, да? Я таймер не запускал, я молодец. Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Ну давай, свяжемся, давай. 140, что-то 200 там. Во.
Это Эйден. Я сейчас на частоте 140 и 200 мегагерц. Крапива в горшке растет? А зачем? Прием. Эйден. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе вальс, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Чувак, короче, пытался нам насадить то, что нам нахуй. Ты же не делаешь это просто так. Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. То есть наш главный герой... Я иду к месту встречи. Увидимся. Говорит, я хочу Мию найти. Он говорит, нет, ты хочешь отомстить. Ты хочешь узнать, зачем, ты хочешь знать, почему. Он говорит, да нет, я хочу просто найти. Нет, ни в коем случае, хуйню несешь, иди ко мне, встречай меня. Вот, собственно, и все. Такая вот у нас получилась, получается, первая серия. Давайте закончим, в следующей серии продолжим. Я думаю, что серии 2, наверное, 3, может быть, что-то типа того подряд выйдут по этой игре. А там уж потом будем опять, как всегда, разбавлять. Поэтому ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Звать про колокольчик, так там все уведомления. Всем до встречи, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.